Ханкаласском районе зарождается общественное экологическое движение. Проект, у которого пока еще нет названия и эмблемы, ставит своей целью привлечение общественности к решению экологических проблем. Одним из первых направлений работы движения станет оказание помощи природному парку «Ленские столбы». В ходе обсуждения проекта организации участники высказали идеи осуществления независимого экологического мониторинга путем приобретения собственных приборов контроля окружающей среды, учреждения экологических дружин из числа молодежи, создания зеленых уголков в учебных заведениях и не только. Сегодня мы собрались уже, чтобы продолжить дальше работу с принятием устава и оформлением дальнейших документов для регистрации в Минюсте республики. И тогда наше движение будет не просто общественное движение, скажем так, как вот, ну, создаются, распадаются все, а как некоммерческая организация. В этом случае мы можем получать и гранты, и проводить какие-то свои мероприятия.